Продолжаем выпуск. С помощью космического мониторинга АО АНК «Казахстан-Гарыш-Сапары» в Мангистауской области выявлены несанкционированные свалки в 89 точках, 52 из которых уже ликвидированы. Так, свалки были выявлены в 7 точках в Актау, 14 в Муналинском районе, 11 в Туп-Караганском районе, 2 точки в Каракиянском, 55 в Жаноузене. Департамент области призвал акимов районов и городов наладить работу по очистке своих территорий. Пока плохо справляется акимат Жаноузена. Из 50 выявленных свалок ликвидировано 28. В Мунайлинском районе из выявленных 14 свалок ликвидировано 4. Создана рабочая группа из сотрудников областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования департамента экологии Актауского отдела жилищно-коммунального хозяйства и природной полиции. На регулярной основе проводится разъяснительная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Есть факты, когда более 100 физических лиц привлекли к административной ответственности и призвали жителей поторопиться заключить договор с коммунальными организациями. Еще одна проблема связана с тем, что в регионе резкий рост увеличение численности населения, что, соответственно, увеличивается и объем твердых бытовых отходов. Данный вопрос по несанкционированным свалкам находится на особом контроле у руководства не только министерства, но и у правительства. Непосредственно в рамках национального проекта «Жасыл Казахстан» самим премьер-министром были обозначены передовые цели в области экологии, в том числе по вопросам несанкционированных свалок. В этой связи призываем не только сотрудников местного исполнительного органа, но и общественные организации, волонтеры, ну и граждан нашего региона. Департамент экологии еще раз напоминает о необходимости качественной организации работ по санитарной очистке. Если должностные лица не обеспечат чистоту веренных им территорий, экологи предупреждают, что в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях они могут прибегнуть к мерам государственного принуждения.